Просьба о покупке дополнительного транспорта для медицинского учреждения была типичным наказом избирателей. К подобным просьбам депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков относится особенно внимательно и старается помочь людям в самые сжатые сроки. Амбулатория пополнилась транспортом. Вот автомобиль, который был приобретен и стал на баланс Ершовской амбулатории. Поэтому надеюсь, что послужит пользой и удобнее будет работать и для жителей Ершовского, и для медиков. Современный автомобиль «Лада Ларгус» специально создан для небольших медучреждений. В нем предусмотрены дополнительные термо- и шумоизоляция, крепления для медицинского оборудования, специальные блоки освещения. Здесь может разместиться водитель, врач и лежачий больной, либо 4 медицинских работника. Габариты машины позволяют проехать там, где не пройдет обычная «Газель» скорой помощи. Выполнив этот наказ избирателей, Дмитрий Голубков сразу получил еще несколько просьб. Амбулатория развивается, ее необходимо поддерживать, необходимо приобретать новое оборудование. Прозвучало несколько пожеланий, в том числе по оборудованию лаборатории. И мы сейчас вот это все, так сказать, подсчитаем, сколько это... как это мы можем вписать в свой бюджет и постараемся, конечно, в чем-то помочь. Дмитрий Аркадьевич отметил, что Ершовская амбулатория может служить отличным примером медучреждения, где дело поставлено грамотно, а в отношениях врачей с пациентами отсутствует формализм. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».